Къде е, къде? Ей, къде е? Да, да, че. До самолета приближи. Да, това е Нело. Е, бах ти работа. Приближи го. Е, бах ти работа. Къде отива, бе? Айде нагоре. Houston, now controlling. Всем привет. Сегодня в выпуске мы продолжим смотреть, что снимают люди в небе. Неопознанные объекты. От человеческих секретных технологий, аномальных проявлений и невидимых замыслов. Давненько мне не попадались мои любимые объекты. Духовно прокачанные люди понимают, что это за объект. Но мы рассмотрим эти кадры с позиции нейтральных человеческих взглядов. Sumiu. Ah, tá atrás do. Tá atrás do. Tá ali, ó. Entre os dois prédios aí, ó. Do lado espelhado. Olha ali no celular do. Aí dá pra sair onde? O que é aquilo ali? Tá, é mesmo, tá muito pequeno. Ah, tá ali, ó. Como é que negócio grande? É? Um negócio grande. Sabe o prédio azul? Cara, esses caras têm um olho de um olho. What the fuck? What the fuck? Также стало больше случаев, когда пилоты самолетов задают необычные вопросы. Почему они встречают огни, которые они видят впервые? Встречают там, где они не должны быть. Да, можно долго горлопанить, что это дроны, но если это дроны, тогда кто отвечает за их полеты? И почему поднимаются самолеты и встают в геометрическую позицию? Объекты тик-так в небе – это такие же дроны. И когда люди говорят, что это не НЛО, это дрон, это самолет и так далее, интересно, что тогда в вашем представлении НЛО? Какое оно должно быть на вид? Чтобы закрыть любую аномалию или любой неизвестный тип объекта, нужно в небо поднять дроны или запустить китайские лампочки. И что с этого всего получится? Получится смесь. Все будет это в одном котле. Я думаю, смысл понятен. Но любое движение, любое произведение искусства в небе, оно имеет свой смысл, как духовный, так и другой вид восприятия.
Много говорить мы не будем, потому что в прошлом мы уже очень много уделяли этому время, давали смыслы, подсказки. Даты в 21-22 году мы не просто так описывали под каждым видео. Города, координаты и все это. И все, что сейчас происходит, даже тот же Китай, который после этих лампочек, что там произошло, да? Чили или Техас, который сейчас горит после зависаний самолетов. Все это, все подсказки, все координаты, все вы могли видеть еще в 21-22 году. Дело в циклах. И дело не то, что было вчера снято. Вчера снято — это уже вам предупреждение, чтобы вы духовно осознали себя. А если вы не осознаете себя, вас ждет, сами понимаете, что. Вот, короче, в общем, идем дальше, смотрим, что там снимают люди в небе. I got it on my viewfinder right here, dude. What? Yo, look on my screen, dude. Look on my screen. Dude, I filmed something similar like 3 nights ago here, bro. Dude, come look at my screen. Like, look. What the fuck is it? Guys, it's making like an arrow shape now. Like a V, like a flying V. What is this in the sky, y'all? What the fuck is that, bro? What is this? What is this, man? This shit is moving strange as fuck. Bro, what is this? 1, 2, 3, 4. Where's the fifth one at? Right there, fifth. It's in a cloud. They was just about to look like they was about to morph together or something. The two at the bottom got, well, where the fourth one go? It's the, yeah, oh, there it is. Well, did these disappear and reappear? I don't know, I'm tripping. Maybe just went out my eyesight. Why is those three up there? Those three up there. Bro, what is this? Nah, this gotta get sent in. Black dots? Bro, come on, what is that? What is that, man? What is that? What the hell is that? Why is it fucking here?
What is that? What the fuck? Why is it just there's nobody here? Nobody's here. Just me. Just me and Hero. And this motherfucking thing's in the air. It just launched from somewhere. There's nobody in here. It's just a big field. What is that? Да-да-да, я понимаю. Плохое качество. Nokia 3310. Но представляете, если я начну писать от своего имени каждому человеку, кто снимает неопознанные явления. Буду писать, ах ты падла такое. У тебя Nokia 3310, качество херовое. Представляете? Представляете? Вы снимаете видео, отправляете мне, а я вам претензию. Как смогли, так и записали. Они в этом не виноваты, и во-вторых, они никому ничего не должны. Они сбросили видео. Вы хотите смотреть, хотите, не смотрите. Поэтому давайте оставаться нормальными, без агрессии со стороны в сторону. Потому что реально никто никому ничего не должен. А бросаться со своими претензиями — это немного унылое дело. Бросается, как практика показала, тот, кто ничего в своей жизни не сделал. Тот, кто не ценит ни труд, ни время, ни себя, ни людей. Thank you much, 73.